Пятый детский сад, открытый за последние полгода. Таких темпов строительства дошкольных учреждений в Анапе не было с прошлого века. Просторная, светлая, укомплектованная современным оборудованием «Жемчужинка» – это подарок муниципалитету от компании «Еврострой». В открытии детского сада принял участие заместитель губернатора Кубани. Как подчеркнул Василий Швец, за 5 лет в Краснодарском крае было открыто более 100 дошкольных учреждений. Однако темпы строительства детских садов в Анапе действительно впечатляют. Уровень строительства детских садиков, в частности у вас в муниципалитете, но один из самых современных. Мы много садиков, конечно, тоже смотрим, инспектируем. Сегодня в целом в крае все садики становятся такими очень комфортными и безопасными. Очень для красивые, детей. Лазурные у нас. И мне, конечно, да, вот, я обязательно поделюсь своими впечатлениями с руководителем, с губернатором, с Анной Алексеевной. Очень все достойно, молодцы. Пространство, в котором будут учиться и отдыхать дети, разделено на несколько зон. Каждой группе малышей своя, можно сказать, двухкомнатная квартира с игровым залом, спальней, санузлом и кухней. Я от души вас поздравляю и хочу вас заверить, что это не последний детский сад, который мы строим в Анапском районе. Мы планируем на следующий год еще 3 детских сада построить. Поэтому работы у нас очень много. Мы будем все делать для того, чтобы в нашем муниципальном образовании, нашим жителям жилось комфортно. Вот только начался, еще не прошло и 2 месяца, а мы уже вводим прекрасный, замечательный детский садик. Я хочу всех от души поздравить с этим большим событием. Ну, прежде всего, наших деточек, родителей, педагогический коллектив. И хочу пожелать, чтобы в этом детском саду было счастливое детство у наших детей. Одна из главных особенностей этого детского сада – логопедические группы. Помогать исправлять дефекты речи у малышей будет квалифицированный врач в специально оборудованном кабинете. Все занятия будут проводить в формате игры. Программа будет предусмотрена, это детский сад 2100, современная новая программа. Опыт работы у нас уже, у меня во всяком случае, по этой программе есть. В этой программе большое внимание уделяется личностно-ориентированному подходу. Большое внимание уделяется работе с микрогруппами детей. И очень много будет времени уделено именно игровой деятельности. Мы будем все познавать, развивать ребят через игру. А этот уголок художников – будущее из-за студии. Юные живописцы смогут создавать свои маленькие шедевры не только с помощью акварельных красок. Рисование на песке и еще более необычное на воде. Таким техникам обучают только в детском саду «Жемчужинка». Для этого используется, во-первых, специальная вода. Она, ну, похожа как с крахмалом. Краски не растекаются, то есть не оседают на дно, а остаются на поверхности. Пока краски остаются на поверхности, можно различными инструментами вывести какие-то интересные изображения. Детский сад «Жемчужинка» полностью укомплектован. В нем будут работать порядка 20 опытных педагогов. Садик рассчитан на 200 малышей. Однако площадь и грамотная планировка помещений, по мнению специалистов, позволят существенно увеличить количество воспитанников. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.